В итоге поставил точку в этой атаке. Родом он из финской глубинки. В 2014 году уехал за океан. И там вот 4 сезона вроде такого скромного ролевика Эдмонтона он провел. А Йокерит отыгрывается. Мурману продолжает переть после 5 очков в предыдущем матче. Грех останавливается. Там, если Мурманов прет, то он не прет Магнитогорску, потому что именно они сейчас совершили ошибку. Плюс вот эти серийные голы, когда ты только забиваешь, тут же ошибаешься и получаешь свои ворота. Причем очень здорово там поработали игроки финской команды. И, конечно, шикарный бросок от Нурмана, ну, самую девятку и поработал. Еще раз смотрим, как здорово там отобрал шайбу